Ну да, на самом интересном месте это оборвалось видео. Что-то этот камера по 30 минут снимая. Китайская экшен. Так и фотик снимал мой, который я утопил. Видно, я снял 30,7. Получается, о, немного лишнее было, можно уже пол этого, пол десятки не снимать. Но ничего, сделал я такую шайбу. Шайба будет становиться у нас. В принципе, даже не знаю, правильно, неправильно. Ну, я буду на шлицах, чтобы стояло, конечно, делать. Сделаю вот так сюда. Получится у нас... Надо, чтобы ужимало. От бляха. Наверное, все-таки надо было делать на этом. Двойную. Внутри отверстия двойное было сделать. На 30 с копейками. И по этой вот резьбе. Это получается, когда я буду жать, чтоб сюда вытягивало шрус. Также на нас. Гайкой шрус будет тянуть. Я ужимаю, шрус тянет. А так у меня пространство. Ну ничего. Просто чтоб по резьбе не хотел, чтоб ходила этого херовина, чтоб резьбу не покоцать. А так получится у нас, если здесь вот гайку сейчас ставить и ужимать, то большое сильное пространство, 5 мм по диаметру с двух сторон, по 5. Ну а скорее всего вот так вот поставлю съемник. Куда упал? Поставлю съемника в таком вот положении. Закреплю туда вот на шейку, где пыльник крепится второй частью узкой той. Закреплю поперечную эту, чтоб держалась. И тогда уже сюда под гайку можно пару шайб подложить. Да и все. Будет тянуть, куда оно денется. Можно сказать, гайка и шайбы подлаживай, чтоб тянуло, да и все. Да, на себе буду закручивать, оно упирается гайкой, на себе тянет. Можно было, в принципе, и так вот на краю самом сделать. Не хотел резьбу мучить просто. Сейчас подумаем, посидим немного. А где-то гайка наша сама. О, получается гайка наворачивается на шруса. Наворачивается, и когда будут стоять здесь такие ребра, там закреплено будет все это дело, будет вытягивать шрус на себе. Так. Угу. А если она так будет? Ну ничего. Сделаем, будет держаться по центру, да еще. Даже можно эту какую-нибудь втулочку вытащить. Втулочку такую между, чтобы она упиралась у наш съемник и тащила. Съемник жестче будет сидеть на шлицах этих вот, лежать сам, съемник снимать. А упор по резьбе будет идти более жесткий. Если сюда я вытащу втулку, упру съемники, буду жать, она будет поджиматься и вытаскивать. Хотя это пространство, в принципе, то и надо. Короче, выставим. Сделаю, покажу. А покуда на этом, скорее всего, закончим.
Ну сюда то пошло. Короче, разберемся. Это из-за одного вот этого хомута, что лопнул, столько заботы. Целая куча. Дальше проточкой позанимаемся. Так, я поставлю так. Проточу. О, проточу сейчас эту вот сторону. Устанавливаю обратно, где-то у нас тут метка, это вот это. Ладно, установлю. Насколько можно до губок проточу, а потом обратную сторону. Все закрывать на по этой, на поперечной тут, на продольной. Так, отводим назад. Я зажал рассодержателем. Зато станок не жесткий, так туда-сюда 10 раз можно водить, покуда
снимет, что положено. Все тут видно, о, чуть-чуть не снято. Тут уже сняло. Сейчас еще сниму половиночку. Вроде бы все. Сейчас со второй стороны еще надо. Помечу.